Всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Frey Davis Play, и мы будем проходить демо-игру под названием Тимезия. Или это Тимезия будет перевод с английского, а если перевод с греческого, это будет называться игра Воспоминания. И между прочим, мне кажется, именно вот Воспоминания больше подходит к этой игре, потому что в описании мы, получается, будем в момент прохождения игры вспоминать все моменты, которые были с нашим главным героем. Итак, я уже немного настроил звук, потому что был в капец как сильно музыка. Графику я тоже настроил. И начнем, да? Да, начнем. Почему бы и нет, да? Окей, первое. Крепость Гермеса. Неплохо, неплохо название. Я так понимаю, наверное, нам дадут чисто подраться чуть-чуть и все. Чтобы продолжить, нажмите ОК. Так. Я читать не буду, я не силен в этом. Судя по описаниям и в принципе базовое управление, ну это понятно. Судя по описаниям и в принципе тут, что я прочитал, ух ты, что оно так как-то подтормознуло. Был в чем момент всего этого? Захотели уничтожить алхимию, и алхимия, короче, дала всем трендюли, наверное. И появились, короче, всякие животные, существа. Немного смахивая чем-то на Devil May Cry. То же самое, только что там в наше время, а здесь типа в прошлое время. Вот и все. Следуйте инструкциям, хорошо. А что здесь еще интересно? Ух. Ага, понятно. Это тот самый комендантский час. Атака. Атака одна, чтобы уклониться, нажмите на... Ага, рывок. Оглушение. Когда враг... даже так. Раз, два. Раз. Казнить. Рывок. Это ж человек. Не пойму. Халя. Ты ж человек. Или это не человек? Говорили, животные. Человек же? А, он какой-то такой, этакий. Ну и все, что добил. Ти. Куда нам? Налево? Нет. Ёпарасеты. Ой, чё ты тупанул? Да, эффект на добивание, ничего не скажешь. Разлетелось всё чертям. Ты кто? Приехали. Отражение. Нажмите F для... Ой, FF это вообще ужас. Ну как можно F нажимать? Так, окей. Это отражение? Это удар, блин. Какое нахрен отражение? Ебать, нажал нахуй. Ну как, ну вообще, тут у тебя D вправо, ну как бы уклоняться. И сразу же у тебя получается F правым пальчиком, так сказать, указательным. Точнее, правым, блин. Левой руки... указательным пальцем. Как это вообще? Ну, блядь. Кто такое вообще придумал? Отражение. Вот так вот там есть такое
Кнопочка золотая. Да, сохранить. А, подожди, подожди, это не сохранилось ни хренашки. Она мне там замахнулась, походу. F. Вот так. Применить. Окей. А, отразило. Только фишка в том, что я не понимаю. Ладно, давай выпьем зелье. Он еще зелье полгода пьет. А F можно? Толку с этого. Ладно. Он не пьет его. Воцарился мертвая тишина, естественно, окей. Что не... Блин, графика выкручена на... полностью на максимум. Так, отразить вражеский атаку. Хорошо. Окей, отразим сейчас. Наверное. Захват цели. О, а я думал, где захват цели будет. Так, хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Как тут мышка? Хопа, 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 хопа. Иди за мной. Калибри. Ну ничего про мыши ничего нет. Так, тихо, теперь ты. Ай-я! Добивание. Ох, а добивание. Я отбить тоже F вот это, что попало. Что-то в жизни как-то быстро. А зачем зеленая? Зеленая зачем-то. Полоса внизу. Еще разок. Что-то я чувствую, у меня тут не хватит жизни, блять, и нахуй. Не нахуй собачьего. О, начинается. Атака когтем? Это типа... Ага, это... О, не, именно реально когтем, нихера себе. Вау! А он забирает жизнь, нет? Уэ, да назад, да что ты? Ух и уклонение, ёпары с этим. Ого, я почти помер. Ну ты что? Ёпары с этим, ой. Что я? Ой, 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 ой. Вот это вообще не... Ого! Нежданчик! Откуда у вас столько? Ох! Так, тихо. А-а-а! Да выбери ты, блин, вот этого дармоеда. Да не этого, блин. Вот этого. О, жесть. Да и хуй с ним, что я его добил, а толку? Там он восстановилось все на свете. Тихонько. Не нервничай. Ох. Офигеть, один хп. Блять, прям как я не знаю где. А! Это было опасненько. Ох, жесть, пинка мне дал. Ладно. Сейчас еще разок. Осколок вспоминаю. Бля, везде, короче, тут осколки есть. Шифтануть тут нельзя, да? Ебать, да ладно. Это шо, вы мне предлагаете каждый раз проходить? Это, конечно, да. Да вы чё нахрен? Гоните мне. Ну, хоть так будет быстрее, блин. То я полгода буду бегать тут. Василиша. Ебать, уебала в обратку. А еще какой-то есть? Нажмите 2, чтобы воспользоваться вами. Ага. Похищаю. Ага. Оружие спиздил. Тихо. Назад. Нажмите 2. Вау, кайфово. А ну. Василиса. Да иди ты, блядь, в очко нам. Вот и все. Детский сад. А присесть нету тут ничего. Здесь ничего не дают, не?
И нихера, о, что-то почитать можно. А, понятно, то же самое, администрация. Так, жизни. 150, почему 150, почему нельзя 300? Соси хуй каратиста. Ай! Ай-я! Надо украсть. О, годится. Для того, типа, вообще то, что надо. Тихо. Тихо. Годится. Дальше. Так, тебе надо там не обосрать. Так, 150, да? Нет, надо еще разочек. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо. Два. Ууу, недолет. Ох, ебать. А че, назад? Назад что, не умеешь прыгать или что? Ближе. Еще. Годится. Назад. Назад. Жизни. Назад. Так как? Ну что ты? О-о-о! Ты не яйца. Не надо мне тут свои... Бляха, муха. Да ёлки-палки. Ох. Вот это я чувствую будет для меня очень долго. Что-то оно как-то... Не помню. Чеклава подтормаживает. Хрен его знает. Да ебарасете, али. Вы ж ничто вообще. Блять, так погибать, конечно, от них. С таким успехом вообще от них нельзя получать никакого урона. То не дай бог, блядь. Коготь. Тут коготь какой-то непонятный, если честно. Тихо. О, лучше без этого, блядь, направляющего. С ним поприкольнее. Точнее, без. Ну, взяли. Ага, понятно. Да уберишь ты, ничего себе название, не видно ни хрена. Тихонько. Не нервничай. Название на весь экран, не видно ничего. Блин, вот это придумали, молодцы, ничего не скажешь. Не нервничай. Так, ты парень. Сейчас я тебя сразу пиханул. Не буду я с тобой церемониться. Ага. Ага. Ой, попади. Ага. Вот это прикольное добывание. 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 Хоть что-то. Так, с жизни. Здесь у нас чувак. Все, годится. Короче, эти души, я так понял, надо собирать. Нажмите атаку против, наносите огромный урон с оружием. Окей. Оу! Ничего себе нанесла мне огромный урон. Да иди ты в очко, еще от тебя, блядь, померить. Ёпты, блядь. Дайте хоть жизни, что ли, хер его знает. Вот это херу тень еще-то. Так. Тут ничего, трупы, одни трупы вокруг. Налево нет. А, он еще стоит кто-то. О, это жизни. Фонарь. Прикольно. Отдохните у фонаря, чтобы сохранить текущий про... Ага, восстановить здоровье, энергию. Так... Понятно. Короче, сохраняшка. Что это такое? Ну, отдохнуть, да. А... Вообще не интересно.
А сохранить? Чужое оружие, чужое оружие. Похищение, чужое оружие. Чужое оружие. А... Талант. Окей. Клонение, коготь. Это понятно. Это спереть. И все, да? Нет. Перо? Метнуть перо. Прикольно. Чужое оружие. Это понятно. Это что у нас? Поиск воспоминаний. Хорошо. Ключ. Как использовать его? Коллекция, настройки, выход. Нет, а как улучшать, я не пойму, вот это все. Не, ну ладно. Пошли дальше. Критическая атака и атака перо. А, вот перо. Левый shift. Вы, блин, издеваетесь? Ну как так-то, ёлки-моталки? Ну кто такое делает? Кто делал это управление? Объясните мне, пожалуйста. Левый shift — это обычно бег. Уклониться. Где? Идти шагом. Кайфово. Атака пером. Нет, у меня еще такая есть кнопка. Так, возможно, использовать деле, захват цели, сменить чужой. Его нужно два, надо его натырить. Нам нужно. Так. А, вот, можно просто мышкой. Open down, все, применить. Ой, ты чё? Все, валя. Годится, пошли. Интересно, я у него смогу спереть? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Еб твоем налево. Видал? Тихонько. Не нервничай. У меня тоже есть вот такое. Ой-я! Назад! Жизни! Вперед! Назад. Атака пером. Назад. Вперед. Тихо. Вау. Эх. Все, перья закончились. Ух, ебать. И я, и ты, и мы. Заебал. Извините за выражение. Дитя. Получил. Стоять. Мне надо взять вот такую штуку. Никого нету? Не, никого нет. А что он мне дает, я не помню. Что-то там посылает. Оп, спиздил. Чисто украл. И я умею. Вот так вот. Тихонько, назад. Опа, отбил. Не отбил. Получил пиздюлину. Вау, назад. Да давай, блядь, жизни хуяй. Назад. Да куда ты кидаешь? Ёб твою мать. А как ты, я не помню, восстановился, сука, жизнь, а? Нихуахуа. Это чё за поворот такой? А как он восстанавливает жизнь себе, сука? Вообще охренел. Ох, кто-то меня бесит уже. Понятно, перо, короче, на шаре только тогда, когда на него именно направляешься. Блять, не украл. Пизда, еще не получил пиздюлину. Где нахер? Тогда мы сделаем сейчас так. Пил. Ебать, перо говно. Полнейшее.
Ну ладно, парень. Сейчас я тебя тоже, блядь, ебану. Назад, назад, назад. Жизни. А что, сбить нельзя было, да? Это что, подножка была, я не пойму. Нет, с этим самым, с выделением, это вообще, блядь, крах. Перья эти вообще не нужны, нахер они впали, блядь. Бестолковая хуета. Да иди ты в очко, блядь. Ебать, я тебя... Уберите надпись, вы чё, блин? Охренеть, тут моменты такие мощные, огонь. Блять, убивает, сука, уебать. Да иди ж ты, поднимайся быстрее. Бля, давай жизни. Колись там. Бля, да шо зука? За этот самый, за монстр такой, а? Так куда ты кидаешь-то? Ах! Сука. Да в пизду! Он должен быть сдохнуть уже. Неужели? Охренеть. Скотина ты такая. Бля, еле замочил его. А если пойду сейчас сохранюсь, то это будет жопа, да? Я так понимаю. На вражескую физическую атаку. Он тебя в пизду, блин. Пока прочитаешь, охуеешь. Ну, естественно, скорее всего, если я сохранюсь, то это будет... Ай, ёбаный в рот. Дневник жителя. Ошибись, блин. А просто жизни нету нигде. А то я кончу сейчас. В прямом смысле этого слова. Я там просто не смогу выжить. И куда мне? Ля. Туда? Тоже не. Нет же? Ебать, с копьем. Ёпрессы, ты, вас там двое. Вы реально огромные, это какой-то зал. Нет. Нам не точно не... И вы хотите сказать, что вот это вот... Пройдя у того типа, дойди сюда. Вы шо? С ума сошли? Я его еле замочил. Блять, для меня супер босс нахуй какой-то. Ладно, сейчас попробуем еще разок. Потому что оно это бред какой-то. Мне пером надо сбить, получается, этот сам. Критическую атаку, в любом случае, я так понимаю. Потому что я все равно его не пройду дальше никаким образом, да? А, отлично. А я думал, он опять будет восстановиться, ладно. Так, тогда на побежим мы вниз. Побежим вниз. А есть карта? Нету карты. М не работает. Все. Ух ты, какое дерево его. Бля, что я запутался. Так, здесь нихера. А он типа с щитом. А и с копьем. Не, просто с щитом. Ой, просто с копьем, то есть. Ох, ебать. А где у него
Вражеская атака, мне интересно. Блять, без слов. Ай, блин, это жопа. Я, наверное, скорее всего, тут половину вырежу нахрен. Потому что для меня это, блин, очень тяжело что-то. Хорошо, хоть здесь этого черта не появилось, уже хорошо. Может, из-за того, что я сохранился? Скорее всего, да. Из-за того, что я успел сохраниться. Так, пером, короче, сбивать какую-то там мощную атаку. А как понять, что идет атака мощная? Наверное, когда начнет зеленым высасывать, у меня все там. Все изнутри. Бля, не попал в него. Это писец какой-то. Нихера себе! Ты, блин, охренел! Или чё? Ебать, да я тебя перьями сейчас забросаю. А, вот это вот мощная атака, скорее всего, была. Или вот это. Ох. У меня сейчас все везде горит. Это пизда. Просто капец. Может сильно. Ага, нельзя. В чем прикол, я не пойму. Вот это блок. Все, я понял. Два разных удара. Все хорошо. И правый этот самый. Окей. Блок, я так понимаю, не надо подугадывать под удар. Ну, если он херячит вовсю вообще. Вот это тяжело, долго, а это быстро-то. Ладно. Попробуем еще разок. А ну иди сюда. Мне блок надо попробовать. Нихуя себе. Уебал. Против копья этот блок вообще нахер не работает, блядь. Все равно таких ударов. Ой, перо. Козел, блядь, не дал спереть. Короче, надо спереть у него копье. Все, я понял. А блок против копья вообще, блядь, до пизды. Извините за выражение. Просто до одного места, до лампочки. Блин, почему быстро? Главное, медленно он идет. А почему не ускоряться нельзя? У меня это повседневная ходьба, ёпта. Я забыл про уклонение. Так. Сука. Только ходить нельзя. Да. Да ёп! Ни хрена себе! Вы чё, блин? Охренеть, размах копья, блядь. Чисто интерес, сейчас пробегу просто, блядь, вдаль. Мне просто интересно, что там. Ох, это будет сложная игра. Идите налево, я вам говорю. Я тут подвис крепко. Так, тебя, да, я знаю, я вижу. Ты молодец, хороший мальчик. Отдай мне свое копье. Пошел в пизду, блин. Понятно, тут ничего нету. Отъебись от меня. И тут тоже ничего нету. Все, я понял. Короче, в любом случае надо его отчпехать. Такую на подзатыльник дал. Все, ладно, нахер. Отходим. Оставляем его к чертовой матери. Сейчас прибегу, заберу и убегу нахер. Я понял, что я копье просто не осилю.
Да ну. С другой стороны, если я копье не осилю, а прикинь, там двое. И там один из них нереально огромный. Что делать? Надо воевать. По-другому никак. Стой, ты меня не видел. Ты меня не видел, а ты... Ебать, название какое здоровое. Он бежит за мной, да? Не, не бежит. Ясно. Короче, каждый остается в своей локации. Так, ладно. Там побывали, тут побываем. Ебать, их там два. И один из них нереально огромный. А, это вообще она. Да ну на... Это вообще меч. Да вы чё, блин? Ебать, хуя! Я с копьем не справился. А вы тут хотите, чтоб я с этим справился? С ума сошли, блядь, или что? Ни хрена себе, ты еще и катаешься, блядь, по полу, нахуй. 180 с одного удара. Ебанутые. А, то бишь его физически пройти невозможно. Я понял. Это вся демка. Охренеть. Ничего себе. Как же будет сложно проходить эту игру. Ну, я думаю, мне кажется, к этому моменту, скорее всего, будут какие-то прокачки, ну, улучшения и все остальное, потому что, ну, это, ну, физически будет, ну, невероятно сложно. Возможно, на джойстике она будет намного лучше. Ну, проще немного играть, потому что на клавиатуре... Ну, во-первых, расположение букв ужасное. Надо все менять под себя. На джойстике, наверное, будет лучше. Ладно, будем ждать выхода игры. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк, пишите свои комментарии, будете ли вы ждать эту игру или нет. С вами был Денис, всем пока. We'll be right back.